поликлиниках Шымкента небывал ажиотаж. Узнав о том, что здесь раздают бесплатные путевки в санаторий, пациенты ринулись атаковать кабинет участковых врачей. Иногда прося, а порой требуя отдыха и лечения за счет государства. В длинной очереди на получение заветной путевки сегодня даже те, кто ни разу не был на приеме у врача. Порой даже не имея медицинской карточки. Все как один с нетерпением ждут своей очереди на получение санаторно-курортного лечения. К счастью, те, кто действительно нуждается в оздоровительном отдыхе, больше. В основном это пенсионеры и люди с разной степенью инвалидности. Небольшая пенсия и пособие не покрывают порой даже самые необходимые расходы, не говоря уже о покупке путевок. Чтобы нам выдавали больным, нашим жителям Шымкента выдавали много мест на отдых для здоровья. Это нам нужно, мы нуждаемся в этом. В Южно-Казахстанской области всего 3 медицинских учреждения могут направить на бесплатное санаторное лечение. Это центральная поликлиника и поликлиники номер 1 и 4. Но и здесь есть свои нюансы. Так, пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей получат путевку в санаторий только от центральной поликлиники. Первая же обеспечит бесплатным отдыхом и лечением пациентов с остеохондрозами, артритами и другими заболеваниями суставов. В 4-й поликлинике направят в санаторий людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получить путевку смогут инвалиды первой и второй группы, ветераны войны, матери-героини и пенсионеры, которые состоят на учете в местных поликлиниках. При этом вовсе не обязательно состоять на учете в одной из 3 поликлиник. Пациенты, которые болеют с хроническими заболеваниями, которые состоят на учете, подходят к своим врачам, к участковым врачам по месту жительства. Оттуда они берут стат-карту. Стат-карту заполняет участковый врач. С этой стат-картой они подходят в поликлинику. Вот, или центральную, или первую, или четвертую поликлинику. Там есть свои прикрепленные поликлиники, к которым они относятся. Оттуда они берут путевку. Путевку приносят к участковому терапевту. Они уже ставят на портал. К слову, бесплатное санаторно-курортное лечение в Южном Казахстане ежегодно получают более 200 человек. Оздоровительную терапию пациенты проходят в санаториях Аксу-Жабаглы, Бургулюк, Сарыагаша, Манкента и Аксукента. Ксения Поленица, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».